Сейчас отсюда, 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 я вам говорю, смотрите. Хай, ребята, с вами Супер Герчик, и сейчас мы поиграем в Stalker Zov Pripyat. По данным опроса, который я провел на канале, большинство сказало, что нужно продолжить снимать Stalker, хотя проголосовало всего 4 человека, что не так уж и много. А сейчас дело в том, что я опять забыл сохраниться. Вы представляете, в конце той серии я забыл сохраниться. Ну ничего, я сейчас быстренько сделаю вам, так сказать, вот такую вот штуку. Все, готово. Как видите, я уже сюда пришел, все нужное сделал, инвентарь немножко освободил. А, только я все равно буду почти что перевешен. Но ничего, мы сейчас инструменты отдадим и все. Некоторые квесты я тут завершил, то есть получить там награду и все такое. Так, а теперь по заданию. Мы можем... Так, стоп, разобраться с Флинтом. Где Флинт? Вот он. Короче, он рассказал нашу историю. Ладно, проехали. Нам предлагают выполнить задание охотиться на какого-то странного мутанта. Ладно. Мы эту задачу возьмем. А еще я бы хотел... А здесь что? А, радиотехника. Давайте сначала туда пойдем, потом уже остальное сделаем. Итак, побежали. Ой, я сохраниться забыл, представляете? Все, я сохранился. Ой-ой-ой. Стрельба. Кто кого? Кто такие? Вы кто такие? Я вас не звал. А, это зомбари, походу. Точно. Их надо поубивать быстренько. И забрать наши нужные нам инструменты. Все, готов. Ого. Прикольно. Наш друг погиб. Что-то я не помню, что тут можно сделать. Я помню, что я здесь был, но я не помню, что тут можно сделать. Какой-то подвал. Ага, здесь есть вход здания. А еще что? Здесь обязательно тайник, я же говорил. Что это? Аккумуляторы? О, это хорошо. Я знаю, для какого оружия. А, вот и здание само. Здесь тоже надо порыскать что-нибудь. Ничего особенного тут нет. Пошли дальше. Нам, по идее, нужно вот сюда попасть. Так, тут какое-то странное строение, так сказать. И тут, походу, артефакт. Вот она. Она передвигается или нет? Не знаю. В общем, здесь где-то артефакт. Вполне возможно, что он наверху. Тогда пойдемте наверх. О, тут, кроме того, еще и тайник. А артефакта я не вижу. Возможно, он в здании. А мы нашли, получается, тактический шлем, у которого отличная броня, но полностью отсутствует защита от всего подряд. Тут меня никто не ждет. С подарочком, так сказать. Мы что-то нашли. Как вниз? А, там же яма была, точно. Вижу, прыгать не стоит. Ага. Я не знаю, как спуститься. И возможно ли это вообще? Так, возможно. Хорошо. Что? Боже ж ты мой, что случилось? Мы там были, получается, мы сюда спустились. Где эта штука? Ах ты ж! Ты, оказывается, здесь бродил. Вот в чем дело. Я прямо на тебя спрыгнул. Чё-то я не понял. И, походу, я не все радиоматериалы нашел. Где вот эта штука? Под землей, что ли?
Вот у него штука, смотрите. Ёлки-палки, опять я автомассер. Я вижу хардкорный ход на то здание. Давайте попробуем отсюда. Ой-ой-ой. Пока что эта штука даже не показывает, что здесь что-то есть. Соответственно, мы далеко. Так, я нашел все радиоматериалы, но дело в том, что я не нашел, где этот артефакт. Хотя у меня в руках даже та пиликалка, которая должна сработать. Где артефакт? А я тебя гранатой! Кого? Вот ты... Крутой, конечно. Наши! Парни, не расслабляемся! Ладно, я пошел отсюда. Странное какое-то место. В общем, цель... Пошли к тайнику. А, он под мостом, да-да-да. Я его... Когда раньше играл, по-моему, находил. Ну, елки-палки, опять все это тащить на базу. Я еще и перевешен. Отлично. Значит, берем Геркулес и включаем быструю перемотку. Вернее, вот такую вот штуку. Аллах! Готово. Теперь давайте продавать все, что нашли. Мне это, наверное, не нужно. Вот и инструменты. Так, я добыл. Все ремонтируем. Да мне до задницы! Я считаю, надо этот артефакт загнать. Я тебе говорю, его как выкуп лучше принести. Короче, мы должны освободить другана одного, сталкера, от всяких... Здоров! ...бандитов. Все лишнее оставляем и погнали. Наконец-то теперь можно бегать свободно, так сказать. Бежим по тайникам и давайте прямо к заложнику. Вот, собственно, мы и пришли. Здесь где-то тайничок. Вот, я вижу. Да что это такое? А, везде оружие разбросано. Опять мне надо продавать. Мы побежали. Я так подумал и решил, что к тайникам лучше идти после того, как разберемся. Потому что там обязательно что-нибудь тяжелое. И лучше не брать это тяжелое. Ох, елки-палки, игра лагнула, я испугался. Вокруг одни мутанты. Эй, сталкер, подойди, пожалуйста. О. А вы кто такие? Определиться бы сначала, где мы. Так, что у вас случилось? А, группировка Монолит, да? А куда идти? Короче, надо им помочь. Потом только. Понятное дело, что потом. Короче, вот мы и пришли. Давайте выкупим того сталкера. Я уверен, тут ничем, кроме как перестрелки, закончиться это дело не может. Давай, выходи. Выходи. Вот это спасибо! Вытащил меня! Все, пошли. Так, я на всякий случай передержу, мало ли. Все, побежали бы. Ой. Так, понятно. Нам хана. Готовы? На счет 3. 2, 1.
прячься. Кушай лимончик, падла! Бежим! Да чё ты сдох-то, лошара? А чё ты сдох? Как я тебя должен спасать? Сейчас, нажимаем 2, как только нажимаем эту кнопку. Пошли, пошли, пошли! Дурачок, за мной, за мной, за мной! Ты куда? Его сейчас убьют! Ты чё делаешь? Мне тебя жалко. Тебя сейчас убьют же. Ты чё там делаешь вообще? Да я же говорил, тебя сейчас убьют. Да что это такое, а? Подохните все. Подохните, подохните, подохните. Все. Да что это такое, а? Беги, пацан, беги! Получай! Подохните все! Кто? Где? Бежим, бежим, пацан! Пацан, беги, беги! Не сдохни, пожалуйста! Да чё ты... Должно быть очень просто. Сразу видно, я хороший игрок. Сталкер, да? Да что вы со всех сторон-то? Почему? Почему ты никуда не идешь, а? Почему? Скажи мне, пожалуйста, почему ты стоишь на самом открытом месте? Пацан, спасайся. Тут немножко бомбежка, но ты, главное, выживи. Самые сложные миссии в Сталкере. Походу, мне надо было издалека всех замочить и не мучиться. А если так? Режем! Все, залезли. Сейчас отсюда залезет, я знаю. Вот он, я же говорил. Сейчас отсюда, я вам говорю, смотрите. Нет, беги! Ну что ты сделал? Вот вы видели, он сам просто взял и все. Сам полез под гранату. Он мог убежать от нее. Нет. Он взял и сам залез под гранату. Что за логика? Логика идиотизма. Я это называю так. Почему он так сделал? Почему они меня не могут убить? А что если дать автомат ему? Пацан, держи автомат. Режем. Ни хрена себе, гранатами замочили. Он оружие, походу, совсем не берет. Так. Они совсем тупые, видимо. Нет, они умные. Возьми ты, пожалуйста, этот автомат. Вот возьми его. О, смотрите, он взял оружие, смотрите. Он не такой тупой, как я думал. Он все-таки еще тупее. Ладно, шучу. Сейчас его убьют его. Лимончик, падла! Нет, не давайте ему лимончиков, он не любит лимон, у него аллергия на лимоны. У него аллергия! И у меня тоже. У меня, видимо, на маслины. Нет. Не убивайте его. Нет. Граната, нет. Прошу, не убивайте его. У меня получается. Он жив. Продолжаем.
здесь никого. Ну блин, а. А ведь я победил. Почти. Лучей. Чики. Блин, патроны? Нет, 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 нет. Так. Пора бы сохраниться. Так, походу с этой стороны все. Берем гранату. Долго-долго тянем. Кидаем. Выноси бычье! Прям идеально кинул я. Так. Еще один остался, кажется. Вопрос, где? Слышу. Ну, давай. Все готовенькие. Каждого обыскаем. Кажись, на этом все. Мы тут всех замочили. Давайте поговорим. Я решил, что не стоит с бандитами конфликтовать. И я просто дам им все, что у меня есть. Все. Все, мы выкупаем сталкера. Вот это мое любимое место. 3000! Так сразу сказали бы, что он всего лишь 3000 берет, а? Все, пошли давай. А я тут так мучился из-за этих 3000. Да у меня еще. Ну типа. Короче, идем на базу. Все. По сути, у нас сейчас ачивка будет. Это очень хорошо. Какая-нибудь скорт ачивка, если я никого стрелять не буду. Так намного лучше, чем я то, что там делаю. Это же вообще издевательство, что я там делал. А я-то думал, что они все вещи еще отберут. Ну ладно, сейчас поболтаем с ними. Все понятно? Ты что говоришь? Ага. Вот, я же говорю, достижение. Отлично, все. А, сейчас давайте я сниму плохую штуку, вот эту вот, которая похуже. И теперь мы сможем таскать еще больше. Ага. В общем, про монолитовцев, может их свободу, того самое. Подходи, брат. Давайте скажем. Так. Не заглядывай, тут весело бывает. В общем, свободу. Опа. Это можно украсть? Спасибо. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделать? Да не, не бледный я. Что? Это у нас получается свобода. Заходи, Мэн, отдохни с дороги. Да, это свобода. Давайте скажем. Ну ладно, он не хочет принимать. Легкой дороги. Может, стоит как-то, не знаю, войти к нему в доверие, чтобы он принял. Может, все-таки можно их пристроить, вот этих монолитов, к ученым? Я не помню, вот честно. Я что-то помню, с учеными там тоже было. Так, стоп, мы сюда ни разу не сходили. По-моему. О, от коронавируса. Привет. О, здорово. Thank you.
Удачи тебе. Здорово. Привет, брат. О, лейтенант Соколов. Опа-опа. Да-да-да, у нас есть записка. Все понятно. А, ломать мясо и колобок, точно. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Ага, нам задание дали, так сказать. Короче, я взял пару заданий. Задание про пси-поле и задание про оазис. А еще про артефакты. Ага, так это ты, значит, спец по норам? Ха! Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные. С мутантами быстро разберутся. Ага, он говорит, что... Слушаю готов ли тебя. Я идти? В общем. Нет, не готов. Я пока к этому не готов. Итак... На этом можно заканчивать серию. Вот такая вот мирная концовка. Все сделали мы отлично. Все прям идеально сделали. В следующей серии мы будем выполнять другие задания. Главное это пойти к вертолету. И еще одному вертолету, да? Да. Но я это, наверное, не успею за следующую серию. Ну, в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. А с вами был Супер Гирчик. И всем гудбай!